Привет, ребят, меня зовут Ася, и в этом видео будем снова смотреть новое видео Мормока. Он так зачастил, но нам от этого только лучше. Видео по GTA 5 RP называется My Name is Grigory. Кто придумал это имя? Картовому человеку можно язык об это имя сломать. Ну, в общем-то, помню я этого Гришу с предыдущего видео по GTA 5 RP. Вы не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам все понравится. И каждый день на этом канале с 7 вечера неизменно я веду стримы, поэтому заглядывайте, поболтаем, покатаем, буду ждать. Погнали! Я достал эвакуатор, друг. Опять это озвучка. Я достал эвакуатор, выходи ко мне, сейчас будем машины грабить. Окей, thank you, let's go, motherfucker. У вас багажник есть? Просто как Рик сейчас общался. Мне никогда не надоест флексить под интро Мормока. Никогда. Ух ты! Тут машина какая-то прикольная. Брошенная. Очень дорогая. Бугатти брошенная. Бугатти? Давай продадим Бугатти и станем богатыми. В смысле? А что он здесь делает? Ну, знаешь, как говорят, что море на берег выкидывает всякий мусор, так я думаю. Чувак, это Бугатти, это суперспорт. Давай суперзабарыжим ее. Как бы так вот теперь это? Я как будто сам еду на Бугатти. Боже, у меня я доволен жизнью. Ты буль-Бугатти делал. Ну да, бесшумная Бугатти. Главное, потом, когда они будут продавать ее, не нужно уточнять тот факт, что она немножко покупалась в океане. Кати. Ни хрена себе, 100 км в час уже. Да твои. Все в порядке. Бля, ничего не в порядке. Что, все в порядке? Я боком еду. Нормально. Все в порядке. Кофе перевернулось, господи. Я просто делаю бочку бесконечную. Да, все нормально, говорю. А потом тот самый перекуп не бита, не крашена, в море не купалась, не перевертыш. Покупайте, будете довольны. Я запутался в конечностях. Да что не так? Да на, все на, не на. Так. Восстановился? Дедь, хуй си, блядь. Все? Получше? Да. Хорошо. А у нас какая часть машины дешевле теперь? Салон, потому что он весь обкакан. Мы приехали ко мне домой, да, сейчас мы будем эвакуировать Бугатти. Можешь напомнить мне, пожалуйста, про этот случай, когда я захочу с тобой покататься? Нужна Бугатти. Только что купил. 500 тысяч долларов всего лишь. Можно вас на два слова? Это бетонное ограждение, please. I have a real deal for you, чувак. Слушай, я могу продать тебе этот машина за 100 рублей на кофе. Что долбоёб? Я согласен. Вау, супер, nice, very good, very good. Я передумал. Ну давайте до Ванка доедем. А бензина нет? Ну на моей доедем. А, ну поехали. Настроение по понедельникам. Very good, very good, я передумала. Поехали. Я передумал в пиджак. Садись. Забейте, пожалуйста, моего товарища, стой. Эй. О май гад. Откройте багажник, пожалуйста, он привык. Thank you, спасибо. Багажник, I love you, fuck you. До свидания. Так, эту кому продадим? Эту можно продать дороже, она хотя бы едет. Ха-х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 а-
Давайте все типа смех был? С моста на счет три. Вся ваша жизнь впереди. Зачем вам перестань, это? Перестань, Григорий! Но мы не хотим! Остановитесь! Остановитесь! В
Hello, my friends. Вы любите суши? Осуждаю. Роли. Давайте ловить рыбу. Давай. Не, ну в принципе большинство людей на рыбалке именно в таком состоянии и ловят рыбу. Особенно если вспомнить мем про «Бать, тебе нормально?» Нормально. О май гад, спасибо. До свидания, увидимся в Макдаке. Они машины не заглушили, говорит, слышишь? Говорит, машину не заглушил. А я уже на мосту. Посмотри. Нет, да? Едет. Подожди меня! Как подожди меня! Меня подожди! Меня подожди! Поехали! Сейчас будет погоня! Фак, фак, фак! Как ты виляй! Неожиданный поворот и все такое. Хорошо! Нет! Ау! Блять, быстрее, быстрее, садись, садись, садись. Блять, нет, блять, сука, ухожу. Ты меня в больницу отправил. Maybe, 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 maybe. Сюда зашел какой-то тип, вот он. В этот бар мало кто заходит. Иду я, значит, и вот он просто бах, как и все, он умер. Вот так и закончилась эта история. А можно сначала услышать эту историю, брат, а не сделать вид так, как будто бы ты мне ее всю дорогу рассказывал, а сейчас договорил. Да иди ты нахуй, весь поломал образ просто всей ситуации. Можно вам подключить? Что? Что, простите? Что, простите? Вау, это что, фастфуд? Тёлки. Говядины. Такой звук. Смотри, здесь человек. Да. Можешь его зарубить. Что происходит? Не понимаю. Здесь мертвая женщина. Как можно здесь умереть? Что произошло? Ты убийца? Ты маньяк? Нет, я это... Я думаю. Ты слишком мягок к себе. Братан, братан, смотри, тут такой-то было. Ты знал, что на самом деле пельмени — это не варенье? Извините, я случайно подглянул, куда не стоило подглядывать. Нормально, как-то. В этом видео слишком много неловких моментов, как по мне. Чувак, по тёлкам имелось в виду не это! Когда твой друг принимает все очень буквально? Гонка, нет? I'm sorry, ублюдок. Кати спорт машины, я тут вижу. О май гад, я кончил. Может, гонка? Let's race. Let's race. Нужно спросить полицию. Полиция, может, гонка? На третий сигнал, на третий сигнал. Давай, 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 ну давай, давай. Я проебался. Слушай, а подъемники работают? Я хочу прокатиться. Да, мне можно прокатиться. Давай, можно прокатиться, давай, давай. Здесь припаркуемся и пойдем покатаемся. Ходи. Он только уезжает, нам еще столько ждать, брат. Друзья, если я сюда тачку свою, что будет? Блин, ну мне кажется, в реальной жизни на таком подъемнике я бы не смогла покататься. Я очень сильно боюсь высоты, у меня прям паническая боязнь. Я даже на колесо обозрения никогда в жизни... Ну как, один раз садилась, о чем сильно пожалела еще в детстве. С тех пор больше на такой высоте не катаюсь. И что, администратор, прям сюда? Давай я отойду на всякий случай. Как, 50 у меня иди, да? У меня идея, давай заедем на байках в подъемник. Садись, поехали. Ты что, неадекватный? Давай на байках, как нормальные люди, заедем в подъемник. Ладно. А ты себе какой заспал? Ну, конечно, мне это тяжелое говно в себе взял по мобильнее. Хуй нормально. Ты ноешь, на! Да, сам ты ноешь. Хорошо. Спасибо. Блять. Не заеди раньше времени, пожалуйста. Жестко. Да не заеду. Давай заезжай. Опа, реально получается? Опа. А если от колесика наполовину высуну? Вот так. Так начинаются охренительные истории. Ну закана ёбит, скорее всего. Давай я колесико заднее тогда высуну. Да, именно с этих слов и начинаются самые странные истории. Ну вот так вот. Аккуратненько буду охеревать. Или истории культурно. С печальным финалом. Главное, чтобы 3 секунды, главное, 2, чтобы не поразило. 1, поехали! Я упал! Что произошло? Я выйду, я выйду, я выйду! Что за байк?
Что? Я завалила? Я падаю! Ты несколько раз упал, и твой байк взрос. Ну, теперь я еще больше боюсь таких аттракционов на высоте. Нам еще здесь что-то надо, или мы все? Давай, 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 езжай, езжай. Я тебя понял. Ты первый, просто едь, насладись дорогой. Просто уезжаю. Насладись дорогой, Наслаждаюсь дорогой. Я буду получаю удовольствие от скорости. Этот не, поворот, я его всегда ненавижу. До свидания. До свидания. Ладно, Майк, мы погнали. Спасибо, да, может как-нибудь еще в дальнейшем. Давай, давай, приятного вечера. Мы пригнали, у нас машину угнали. Я тебе говорил, глуши машину, сука! Я тебе сказал, что я не умею это делать, у меня лапки. Давай. Прямо сейчас я телепортирую машину, не скорее надо всего, ее не телепортировать. Не-не-не-не-не-не. Это же не ПРП. Я хочу взмыть в лицо нашему угонщику, подожди. Боже, мама, я тусуюсь с криминалами. Добрый нахуй день. Добрый я это в ваша жопу машина? Вечера. Нет, мы взяли Нет. покататься. Нового вечера. Насколько? А кто вам ее выдал? Что? Кто вам ее выдал, за какую цену? Я не знаю, тут взяли покататься. Она 30 тысяч долларов просто стоит в час. Mm-hmm. Нас не было два, считаем да. по тарифу X2. По-моему, это где-то тысяч долларов, 146 миллиардов евро примерно, плюс счетчик. Какая сумма у вас есть в наличии для того, чтобы оплатить аренду этого автомобиля? 30 тысяч. Этого недостаточно. А сколько? Я хотел соглашаться. Что у вас есть с собой из еды? Хотел соглашаться. На, из еды. Так, ну, из еды 9 мультиков есть. А можете моего друга, хочу секстиллиард еды до Луны. У меня 9 мультиков есть. 9 смузи? 9 смузи продано. Давайте, кому давать? Моему товарищу. Слушай, меня не устраивает, ну 9. Ну кому 30 тысяч аркаша его устраивало, а Мармоку 9 смузиков. Ну алло, ну это 9 за аренду, X6. Давай 8. Знаешь, что я понял? Я хочу искать мотоциклистов на дороге. Искать или собирать? Собирать, как грибы. Вот это главное, мне не нравится. Сбивать. Фары разбил на машину. Чё, охерел? Кто, я или он? Сейчас его по траектории сделаю. Какой ты придурок, боже! По какой, блядь, траектории? У меня вопрос. Я тебя толкаю? Ну да. Я не понимаю, что с моей позой. Пока. Ау. Почти пока. Я просто как будто отдыхаю здесь. Все, давай дальше по делам. Ладно, ребят, мы поехали. Спасибо за компанию. Хорошего вечера. Взаимно. До свидания. Я не сел, ёбак, ты, блядь, эгоист конченый. Ты садился у меня. Вот ты сел. Сука, я попрощался и стою, как долбоёб, блядь. Довольно нелепо. Блядь, какой ты конченый, господи. Ну какой же ты конченый. А Мармок же вроде получил права, да? Конченый. Ты дашь мне хоть какое-то время не заходить в админку, скажи. А вот иди нахуй, а. Вызывай медиков, чертила. Не поверишь, не планировал. Блядь, кто это планировал вообще? Мы попрощались, блядь. Мы я хочу... Мимо, если... Если... 20 метров, блядь. Хорошего дня и пиздец. Если умирать с другом, то только так. Я лежу, кстати, очень близко. На самом деле, пиздец. Вас атаковал мистер Мармон, блядь. Враг ближе, чем ты думаешь. Как день прошел твой? Больно. Больно. Это ты. Хорошо. Так как я виноват в данной ситуации. Принял на себя удар. Буду, да. Это хорошее место и время. Знаешь, что интересно? Я хочу, чтобы у врача возникли некоторые вопросы. А, вот и врача. Врач? Блин. Он. Здравствуйте. Спасибо большое. Мэджик? А что, так можно было? Эй, погодите! В смысле, блядь? У меня страховой полюс гандон заспиртованный! Стой! Обычно не на 100 фон,
Привет, народ, и спасибо за просмотр. Это был наш ГТРП-сервер InSquad. Милости прошу, по ссылке в описании. Ныряйте, качайте, устанавливайте, играйте. Или если это все у вас уже было установлено, но вы забыли про существование нашего сервера, я тут, чтобы вам о нем напомнить. И помните, когда мне грустно и мне не хватает социального взаимодействия, я захожу на сервер InSquad, потому что это самый чудесный сервер на свете, и там самые чудесные люди. Правда, этот пункт я не могу подтвердить, потому что меня каждый раз арестовывают. Но вы же не я, главное не быть гандоном, и все будет окей. На этом все, здесь был грёбаный Мармок. Я говорю вам пока-пока, скоро увидимся. Где доктор? Человек будет, не переживай. Я мне плохо, не очень плохо. Я не ел уже час. Я сейчас как соберусь и взять все свои силы. И как встану и пойду кушать. Во-во-во, вижу. Вообще кайф. Кушать. Красиво. Магия. Очень. Было. Что? Что? Ты чё, конченый, что ли? Я хочу головы. Мне кажется, это вот один из самых смешных видео, которые мы смотрели по GTA 5 RP. Очень много ржачных моментов было смешных. Насыщенный такой видос. Вот прям нет каких-то чересчур затянутых моментов или не смешных. Фулл видос, 15-минутный, интересно смотреть. Вы напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. А мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!